Значит, еще раз напоминаю. Замечание даю я, а вы даете только, судья говорит, хаджиме, вы боретесь, идет бросок, если есть падение на бок, в азаре, если перекат по всей спине или на всю спину, ипон, и команда идет сорамате. Сорамате значит конец схватки. После этого вы встаете, один, другой, судья показывает, заправиться, вот показывает, раз, вы заправляетесь, я смотрю на вас, и вы показываете, победители. Если у вас одно в азаре, вы боретесь, если у вас два в азаре, говорят так, в азаре, васет и бон. То есть два в азаре, чистая победа. Удержание в зечи секунде в азаре, до зечи секунде и пон. И пон. Удержание. Болевой. Попалась рука, судья смотрит. Рука прямая, вот не прямая, а вот такая рука. Все. И пон. Ключ замок. И там не надо ходить и нервничать. Что я ее сдавался? Все. Во избежание травм я заставляю. А если судья не даст ипон, я ему всему штаны и морду набью. То же самое с удушающим. Нельзя душить, сидя на коленях, попер раз и ломать шею. И еще раз, иди сюда. Значит, если вы ногами душите, то вы должны обязательно ногами взять руку и шею. Если вы кимоно душите, видите, как движение идет? Раз, два, три. Это все партеры. Отсюда вот. Четыре. Сзади. Сзади. Захват за кимоно и руку. Пять. Разрешается, разрешается, если вы прижались грудью, разрешается вот так душить. Так душить, распустил. Так душить разрешается. Я пока не разрешаю. Чисто за шею не разрешаю. Я проведу отдельное занятие, где я расскажу вам, как, какие удушающие есть, дыхательные кровяные. Что бывает, если ты провел удушающий, соперник не сдался, как его привести в сознание? А то ты его задушишь, и потом побежишь ко мне и скажешь, Сергей Анатольевич, а я задушил. Я молодец. Так он там лежит. Я! У меня было так. Значит, здесь у меня борется Саша, Денис. Денис ко мне. Денис! Еще раз, вот три камеры работают. Ты должен быть стойкий. Не надо мне делать спадение. Спадение ты будешь делать сырку, слабоденнику, чезеру, Никите. Вот ты им делаешь спадение. Ему нет. Так, Артур, Миша, туда, вы вдвоем будете. Там сидите. По очереди будете судить. Потом, когда они выйдут, вы будете сидеть по очереди судить. Здесь. Левый. Да. После того, как здесь схватка окончится, не играет роли, кто победитель будет бороться. Якобут. Да. Да, судья. Как они отборолись, вторая схватка у тебя сдана. Чи. Прошу вас двоих выйти на ковер. Один судит, один там судит. Пожалуйста, приготовились. Еще раз, кто судья стоит? Давай. Чтобы я видел, что судья стоит.
Готовы? Есть япон. Значит, судья говорит мате, тор мате, япон. Значит, Саша заходит, садится на колени, Денис заходит на колени и сидят здесь. Судья может уйти и сесть на этот. А я буду видеть. Приготовились. Время! Чемпионат города! Кто выиграл, тот чемпион города. Выиграет второй раз — чемпион республики. Выиграет третий — чемпион Европы. Выиграет четвертый — чемпион мира. Шестой — Олимпийских игр. При захвате ноги первый раз шида, второй раз снимается соревнование. Покажи, кто. Отлично, не садитесь там на колени. Судья отбегает. Денис, Саша на колени. А что, тут есть чемпион? Хорошо. Нет, нет, пожалуйста, Андрей ушел. Дим, сядь, пожалуйста, да. Вы заправились и сидите. Вот у нас еще есть 1,5 минуты. Еще раз, никогда не огорчайтесь, всегда думайте, как, почему я проиграл, что надо сделать. Вазари, кстати, держать. Асса и Коми. Уно, двое, три, патру, тич, шас, шах, оп, ноу. Здесь на тере. Вазари, Вазари, Асса и Пон. Покажи заправиться им. Заправиться. Не стесняйся. Потому что не обязательно быть чемпионом мира, да? Чтобы участвовать в чемпионате мира. Можно участвовать как судья. Знать английский язык, пройти курсы. И будешь ездить на все чемпионаты мира, Европы. Вначале нет, конечно. Сначала будут другие соревнования. Но у нас вот девушка из Румынии, она уже лет 7-8. Знаете, живет, зарабатывает на жизнь. Она и тренер, она и арбитр, она и едет к нам, приезжает. Все, покажи чемпиона. Чемпион. Поклонились, ушли. Поклонились, ушли. Поклонились, ушли. Следующее. Разрешите. Разрешаю. Почему он на тебя не поворачивает? Сказать? Ну что он судит, он знает правильно. Он старается узнать правильно. А ты хихикаешь здесь. Вот ты посмотри там на колени. Что-то все нормально. Внимание. Итак, кто? Чемпион города. Чемпион города. Чемпион города. Джимми. Падение надо. Япон! Красавица! Япон! Покажите, судья, кто победил. Япон! Топ, все встали. Вот молодцы. Значит так. Кому Япон? Миша, Япон, значит, он чемпион города. Поклонились. Ушли, следующий вышел. Там. Судит уже Миша. Здесь встали. Встаньте, пожалуйста. Покажи чемпиона.
Чемпион Андрюха. Чемпион города. Уши. Так, на каждом входит Дан Ливер. Дан Ливер выходит. Не опять. Если бы ты был мешок, ты бы сидел все время. Здесь. Покажи чемпион. Ванюха, молодец, чемпион города. Наконец-таки Максик отойдет. Поклонение, слушай. Следующий здесь, пожалуйста. Пожалуйста. Итак, Каталина жестко выиграет, он чемпион республики. А ты только чемпион города. Значит, Сушуля, твоя, ты молодец. Но ты не держи вот этой рукой сильно, держи локоть у него. Локоть. Эту руку старайся даже повыше взять и согнуть его. Твоя задача взять за локоть, повыше, повыше. И смотри, вниз, вниз, вниз. Смотри, прыг, раз его на колени, а ему шида. Три раза, и мы его снимаем. Готовы? Время. Левой ручкой захват. Вот. И сзади, как дай сзади ему. И по. Поклонились. Ушли с кого. А, садитесь, садитесь, чтобы я видел так. Итак, Денис у нас. Кто? Пожалуйста, сядь. Денис у нас чемпион республики. Правильно. Вот так капнули. Николай Шида не борется. Первая Шида. Держать, Андрюха. Поднимай стойку, стойку. Он через бедро, а ты через грудь ему, Николай. Вот! И по! Потом, пожалуйста, покажи победителя. Наоборот. Дай заправиться. Хорошо. Дай заправиться, покажешь победителя. И они тогда... Давайте так, Денис, поклонились и ушли. Тренер, Саш, да. Можно здесь капать? Можно. И уйдите, и все, уйдите, садитесь. Нет. Поставьте. Пусть заправится. Заправили? Покажи, пожалуйста, кто выиграл. А может взять ключи от перчатки? Вы оставляете их там. Как нету там? Что, здесь не десятка? Ключи от перчатки. Ну, там не десятка ключи. Справа на двери. Десятка? Не надо дергать, а то все упадет. Работаем. Саша, спиди.
Что это у вас? Миша, что ли? Подойди, судья спросил его. Рука у него. Саша, что говоришь?